Закладывайте еще. Татарские пельмени. Готовится из мяса, теста. Уже с 6 утра Раиса Зарипова накрывает праздничный стол. Сегодня в этом доме изобилие. Национальные татарские пермичи, говядина, запеченная в духовке по особому рецепту, пирог с ягодой, пончики и курага. Вся семья соберется только вечером, а пока угощение для дорогих гостей. Я очень рада, что в такой праздничный день ко мне пришли мои подруги по мечети. Мы вместе празднуем этот великий праздник мусульманский. Ураза Байрам. Священный исламский праздник, который отмечают в кругу родных и уважаемых в семье людей. Завершение священного месяца Рамадан. По лунному календарю последние несколько лет этот пост приходится на летние длинные дни. И такое испытание верующие считают особенно сложным. 19 часов без еды, без питья, значит, в постоянных намазах. Вот когда вот это вот делаешь искреннее намерение, и помощь на самом деле верующему человеку обязательно приходит. И сейчас мы возрадовались, что мы пост выдержали. Теперь время для большой трапезы. За столом звучат поздравления, обсуждаются дела мечети. Хадича Яруловна уверенно цитирует Коран на арабском языке и скромно добавляет, чтобы выучить его, села за парту уже в преклонном возрасте. 70 лет я села. Ну, очень хотела, где-то, наверное, в 65 лет уже примерно. Вот как первый раз ездила, такое желание. Ну, и раньше хотела, но не было возможности. Один из главных праздников ислама сегодня во Владимирской области отмечает более 50 тысяч человек. В городе Владимир свыше 15 тысяч. Все желающие совершить всеобщий намаз даже не вместились в мечеть, поэтому расположились на улице. Здесь же каждый прихожанин совершил пожертвования для нуждающихся, как главный атрибут праздника. Мы с духовным энтузиазмом, каждый из нас пришел в мечеть, дабы совершить праздничный намаз. Чистого сердца хочу поздравить их, хочу пожелать мирного неба, счастья, здоровья и всего самого наилучшего. И самое главное, крепкой веры. Валентина Мартынова, Александр Мажаров, 6 канал.